Голосование проводилось в 66 населенных пунктах. Работы будут идти в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», рассказал журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев. Важно, что люди выбирают не просто свою улицу или прилегающую к ней территорию, а большие общественные пространства, которые будут доступны всем жителям населенного пункта. Благодаря участию в федеральном проекте нам удается не только привести в порядок многие зеленые зоны, но и создать их с нуля. Всего за 2 года участия в проекте мы привели в порядок 317 объектов. В 2019 году в проект, например, включены 6 скверов в Краснодаре. Также благоустроят зеленые зоны в Новороссийске и Армавире. А в Апшеронске приступят к реконструкции парка «Юность». Облагораживать будут не только крупные города, но и отдаленные станицы и поселки. Всего на благоустройство в регионе в текущем году направят около 2 миллиардов рублей.